Уважаемые земляки, усть-каменогорцы, поздравляю вас в этот день замечательный, с замечательным всемирным праздником, Днем авиации и космонавтики, как он раньше назывался, а сегодня называется День первого полета человека в космос, объявленный Организацией Объединенных Наций. Сегодня в этот весенний праздник хочу также поздравить вас с открытием планетария в городе Усть-Каменогорск, который был подарен нашей компании космической, которую я тоже создавал, Казахстан Гарыш Сапары. Этот дар был передан городу Усть-Каменогорску для того, чтобы молодежь шла тоже великим путем, значит, открытия, созидания, учебы и всего самого доброго. Ну, сегодня непростое время. Сегодня бушует коронавирус в мире. И это очень сложно переносить. Вы знаете, мы находимся в условиях карантина, чрезвычайного положения в стране. Но, тем не менее, мы едины, и мы должны противостоять этой чуме 21 века. И я думаю, если мы будем целеустремленны и продолжать работать над собой, работать для того, чтобы процветала наша страна, у нас все будет хорошо.